Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, мы с вами играем сегодня в игру под названием «6 дюймов под Супралендом». Игрушка интересная, я, короче, запустил просто посмотреть, как оно играется. Я не буду продолжать, то есть это просто 5 секунд игры. Смотрим мы с вами на эту чудесную игру, это смесь Зельды, Портала и Метроида. Здесь нужно решать загадки, нужно бегать, да, сражаться с врагами. И что тут нужно делать еще, наверное. Так, что мы видим? Эй, Соня. Я не Соня, я Дмитрий. Синий водопроводчик проснулся, наконец. Скоро состоится запуск ракеты. В целях безопасности мы собираем всех на главной площади. Там вон парень с граблями стоит. Мне кажется, он что-то знает про нас. Смотри, все идут туда. Водопроводчик, мне нравится, как ты украсил свой дом. А как я украсил свой дом? Я же не украшал даже свой дом. Он на Ctrl тужится, а на Shift не бегает. И вновь грядет звездный час Красного Принца. А вот, наверное, и Красный Принц. Всем своим видом показывает, что он очень важный. Сфотографируйте меня с лучшего ракурса. Говорит он мне или кому-то еще, скорее всего, вот этому вот фотографу, который с видеокамерой его фотографирует. Весьма странно это. Сегодня я отправляюсь в величайшее путешествие. Куда, интересно? Первый в истории полет к дому. Звучит серьезно, да. Вау. У него есть улучшения. А, все улучшения. Запуск через... 3, 2, 1. Сюжет оборвался на самом интересном месте. Да уж. Почините срочно. Ты. Я. Почини срочно. Делов-то. Так, и чего? Здорово-то как, блин. Так, а как я это починю? Может, просто накачивать? Нет, так не работает. Скорость X2, 1200 монеток. У меня столько нет. Да, у меня столько нет. Нужно идти дальше по... А, нет, подожди-ка. Нужно не идти дальше. Нужно просто пальцами заткнуть, да и все. Как это работает? Ребят, у кого-нибудь что-нибудь есть? Нет? Кто-нибудь мне поможет? Тут все ограничено как бы этими... людьми. Все люди встали так, чтобы я туда не прошел. Значит, мне нужно делать что-то здесь. Значит, мы с тобой сейчас разберемся, что здесь сделать. Что сложного-то? Так, король. Не могу верить, что я стою так близко к королю. Король. Это маленький шажок для моего сына, но огромный скачок для нашего королевства. Мой сын положил конец вражде с синим королевством, а теперь посмотрите на него, он открывает новые горизонты. Так, да если бы меня туда посадили, я бы тоже открыл новый горизонт. В чем проблема-то? Так, тут узелок, тут ребят стоят. Оператор, фотографируй, как я спасаю мир. Так, нет, туда точно не нужно. А что делать тогда? Я, может быть, что-то не понимаю? Да нет, не то чтобы может быть, я точно что-то не понимаю. Здорово, мужик. Чего уставился? А что мне делать еще? Что мне еще делать-то? Меня тут вон нагнули и сказали, ты это, чини. Мы все сломали, но ты чини. Ну так, как всегда, короче, так, текстура. Не пролезть. А высокий спрос цен соответствует заявленным. Этот старый вентиль весь проржавел. Найди ему замену. Хорошо, пойдем найдем ему замену. Дома, скорее всего, у кого-нибудь есть вентили? Нет? Там уже репортаж снимают про то, как кто-то заправить забыл ракету. И что-то еще там. Да, опа. Смотри-ка, я своровал вентилек. Не то, чтобы своровал, я просто его немножечко позаимствовал. Позаимствовал. Все. О, неплохо. Да, с первой загадкой я все починил. Я справился. Ну, что делать будем? Запускай ракету-то. Ракету-то запускай. Удачи, сын мой. Сын твой полетел открывать новые горизонты. Я так понимаю, что
Он сейчас врежется. Нет, смотри, не врезался. Что происходит? Стоп, что за звук? Там пацан граблями машет. Это конец света. Граблепокалипсис. Так и назовем эту серию. А, пожалуйста, сохраните спокойствие. Какое спокойствие? А что делать-то нужно? Водопроводчик за мной. А, иди в канализацию и проверь, все ли там работает. А как же там будет все не работать? Если бы все не работало, тогда бы я, наверное, здесь не был. Ой, все бегают, куда-то торопятся. Торопятся. Куда он так побежал? Я так не могу быстро бегать. Я могу только прыгать. Меня научили пока что только прыгать. Я срежу дорогу. Благо, здесь вроде здоровья-то нет. А, двери бункера не откроются, нет энергии. Водопроводчик должен найти путь к тому вентилю. А как к нему найти путь-то, елки-палки? А, там дорога, вон она. Тут делов-то. Там просто нужно обойти это все и залезть вон куда-нибудь в трубу в какую-нибудь или сверху вот спрыгнуть, например. Как ты считаешь, я правильно придумал? Мне кажется, что нет. Ой, блин. Так, ну, это явно не так, как должно быть. Наверное, нужно идти вот сюда. Так, сюда не залезть. Сюда тоже не залезть. По моим предположениям, игра должна показывать, куда нужно идти. А я так понимаю, что это вот именно вот сюда. Ну да, смотри-ка. Прям туда, куда и нужно. Сюда. Скорость X2, е взять. Земля обрушилась прямо под моим магазином. Возьми это улучшение, мой друг водопроводчик, и спаси нас. А, прикольно, слушай. А бегать-то я бегаю, а дальше-то что? А, теперь я допрыгивать могу до туда, куда раньше не допрыгивал, я понял. Так, а кирпичик можно взять? Сломать что-нибудь? Нет, нельзя, нужно бежать именно сюда. Так, вот эта вот штука должна сломаться, по моим предположениям. Но нет, не ломается. Куда плыть-то? Плыть-то куда нужно? Ой. Да что такое? Как вылезти наружу? Куда-то бегу, что-то делаю, не понимаю вообще особо, что происходит, но... Ой-ой-ой-ой, он туда что ли нужно? Ну да, видимо, сюда. Я починил. У меня получилось, да, я знаю. Я же для этого здесь и есть. Спорю, что твой красный принц так и не сможет. А, так не сможет. Это место рушится. Все внутрь, быстрее. Водопроводчик, скорее возвращайся сюда и... И все, я вернулся. Провалился под землю. На 12 сантиметров. Не на 12, получается, на 15. 2,5 же сантиметра в дюйме. А, синий монстр. Побочная история мира Сапраленд. Ну да, это как бы не самостоятельная часть. Ну, как бы это самостоятельное дополнение, но не более того. Это не какая-то часть игры, это прям вот просто вот история об истории. Так, это вот сюда мне нельзя. Сюда меня не пускают. У меня 2 монетки есть, это нифига себе как мало. А, тут по 10 монеток, смотри-ка. Почему-то весь синий. А, ладно, если у тебя есть деньги, то мне все равно. Прыжок, высота плюс. Короче, я понял, что нужно делать. Нужно монетки собирать, нужно 10 монеток собрать и... Так, это с коленями нужно делать уже. Прыжок нужен. А чё, как без прыжка быть-то, ёлки-палки? Я без прыжка никуда не допрыгиваю. Это что? Это что-то непонятное. Опа, монетка. Монетка нужна мне, монетка. Так, чё это? Сундучок нужно. Так, а чё-то нужно... Нужно что-то положить. Как-то это положить. Коленки я не могу согнуть, к сожалению. Ну и ладно. У меня 4 монетки сейчас есть. Ой. А зачем? А для чего? Непонятно. Так.
Не смей трогать шары моего сына. Я как-то не особо сильно собирался. Да что ты будешь делать? Я так понимаю, пока мы не соберем монетки и хотя бы прыжок или что-то еще не улучшим, то смысла вообще нет куда-то идти. Не существует никакого верхнего мира. Ух, нифига себе, солнышко вышло. И прикинь, меня сейчас как засветит. Хотя не, меня не засвечивает, у меня просто странное красное-белое свечение сзади меня, а так все хорошо. Так, здесь тоже делать больше нечего. Правильно? Правильно. Сундук. Да, вот, здесь монетка у меня есть. Хорошо, пойду куплю себе сгибание коленей, тогда я смогу пролезть куда-то, куда-то вниз. Куда-то туда, куда я не мог добраться ранее. Хорошо. Мужик, дай коленки согнуть. Да, смотри-ка, могу согнуть коленки. Ура, ура, ура. То есть я сейчас обзаведусь базовыми умениями и потом уже смогу что-то делать другое совсем. Что-то такое, что ранее совсем не мог. Смотри, я куда пробрался. Не, игруха интересная. Мне прям нравится своей механикой. То есть это... Это прям интересно. То есть ты прям бегаешь, бегаешь, что-то делаешь. Ой-ой-ой-ой. Что ты делаешь? Куда-то бежишь за маленького человечка, который провалился под землю. Пытаешься выбраться, спасти мир какой-то. Или хотя бы свою задницу. То есть прям, ну... Приколдесная игруха. Опа, а вон там я не нажал. Я просто на все нажимаю, чтобы было, а... Ой, что такое? 8 монеток, еще 2 нужно найти. Одну осталось найти. И куплю себе прыжки большие. Правильно, правильно. А, у меня 3 жизни. Но падение на это никак не влияет. То есть падение не убирает у меня жизнь. И это радует. Так, а я не отсюда, я вот отсюда. Что такое? Ага, ясно. Мне прям нравится эта игра. Слушай, а можно с ложки допрыгнуть? Да, можно с ложки допрыгнуть. Только зачем, блядь, если у меня есть вон там еще 2 монетки? Да не буду я трогать шары твоего сына, что ты ко мне пристал? Че это, блин, не ко мне решили все пристать? Пишут и пишут, пишут и пишут. Хоп, монетка, хоп, монетка. Все, я богатый. Я могу теперь прыгать чуть выше. Ну, пока еще не могу, но сейчас куплю и буду мочь. 11 монет. И потом еще 41 надо будет накопить, чтобы копать. Ух, нифига себе, насколько я выше стал прыгать. Ну, это прям реально выше. Это прям выше так выше. Кстати, ты смотри-ка, здесь вот можно, я так понимаю... А, ладно, это я не буду делать. Потому что игра явно это не подразумевает сейчас. А, удерживать еще можно, нифига себе. Опа, монетка. Еще монетку нашел. Так. Так, хорошо. Это что значит? Ага, сейчас опять загорится, я так понимаю, да? Да. Это я перекрыл газ, и он... Огонь погас. Хей, чего? Я нашел коробку спичек, но здесь нет ничего, что... обо что их можно было бы зажечь. И что? Вон огонь. Надо об него зажечь. Держи. А теперь иди сожги что-нибудь. Другие спички можно сжечь? Сожги что-нибудь. Что-нибудь сжечь это что? А, вон! Смотри, сколько бумаги. Нифига себе. Дорога целая. Привет, мужик. Дай кирку, пожалуйста. Ты типа новый шахтер? А чё ты синий-то? Среди тутушних нету синих. Теперь будут. А, тутушние теперь немножечко другие. Так, а вон там вот я вижу рычаг.
Куда-то провалился. Что происходит? Опа, нифига себе, где. Так, это у нас дождик. Вода течет. Все хорошо. Ага, угу. Я перебрался просто на другую сторону. А вон там монетка есть. Оп, оп. Еще две монетки и... И будет у меня 10 монеток, но не более того. А, ну то есть сюда спички не принесешь, да? Вот эта бумага, она есть как бы... Но я не отодвинуть. А знаешь почему? А потому что... Так, лава. В лаву падать нельзя. По моим предположениям. Все-таки это достаточно опасная вещь. Шар. Так, а куда этот шар нужно деть? Шар вообще по-хорошему. Нужно, наверное, с собой куда-то отнести. Да тут темно, ни хрена не видно. Не вижу. Не вижу, куда я иду, поэтому, пожалуй, пойду обратно. А может, вон того мужику отдать шар? Хрен ли он стоит просто так. На, держи. Люблю, когда лава нагревает мои шары, они становятся такими горячими. На. Подожди, а как его нагреть-то? Во. На. Осторожно, не подожги что-нибудь своими горячими шарами. На, я тебя подожгу. А, монетку нашел. Это радует. Вот про какие шары этот малый-то говорил. Так, ну оно не сгорает, я понял. Это просто как освещение сейчас у меня будет. Правильно, правильно, да, смотри-ка. Так, я вижу доски и больше ничего не вижу. О, свечка. Хорошо. Свечку поджег. Дальше что? Дальше куда идем с тобой? Вон туда идем. Понятно все. Прикольная игруха. Мне она прям очень сильно нравится. Она достаточно интересная. Непонятно, что произойдет дальше. И ты постоянно думаешь, что же будет вот за тем поворотом. Хотя я только начал играть. Да, сколько у нас? 17 минут с тобой запись идет. Но она уже достаточно сильно меня затянула. Если бы мне нос еще дышал, было бы вообще отлично. Было бы вообще круто. За шаром ничего не видно, блять. Он светится, вокруг темнота, а он очень яркий. Ну смотри, видишь? Все. Да, остудился. Чего? Ой! Крокозябра. За мной какая-то бегает. Ты гляди-ка, едить, колотить. А как с ними драться-то? У меня нет ничего. Вроде не бегут за мной. Хотя как... Какой не бегут? Они вон не бегут как раз. Ну их нафиг, у меня даже драться нечем. Просто побегаю, пособираю монетки. Так. Здесь у нас с тобой чего? Сюда нужна батарейка. А где они? А я драться не умею, у меня нет ничего. Чем драться? Вон, не бегают, машут руками своими. Приветствуем. Боюсь, наш госпиталь принимает только раненых. Мне нужно быть еще и раненым, чтобы сюда попасть. Круто. А я не хочу быть раненым, я хочу быть здоровым. Так, а сюда не пролезу. Сюда я не пролезаю, раненый. Все, я раненый. Спасибо. Ты ранен, но ты не сможешь уйти, пока не будешь полностью здоров. Хорошо. Так, может быть, здесь где-то батареечка есть? Чего? А, прикольно. Тут можно вылечиться. Выглядишь весьма здоровым, ты можешь уйти. Нет, я теперь должен найти здесь ключ. Чего такое-то? Ага. Понял, принял. Вылечился и пошел дальше. В
Вот так это делается. Ключик. А куда мне его деть? Ну, нажмись, спасибо. Так, можно пойду? А куда этот ключ можно применить? У меня вот нет даже предположений, куда его можно засунуть. Чё? Чё за звук был сейчас? Страшный такой. Был очень страшный звук, и я... Вот, опять. Слыхал? Слыхал. И видал. Вот он, вот он. Человечек с страшным звуком. Я не хочу с ними даже драться. Я не хочу с ними видеться. Блин. Тут диодик стоит. Здесь батарейка нужна. Здесь не ключ нужен. Ключ нужен где-то в другом месте. Мы с тобой, конечно, знаем теперь, как его достать, но... толку особо это никак не прибавляет. И ничего не менять. А, вот, смотри-ка. Замок. Так, хорошо. Отлично. Осторожней, подожги что-нибудь своими горящими шарами. Ты смотри-ка. Сохранение. Сохранение. Сохранение происходит здесь автоматически от времени зависит? Или просто потому, что я прошел какую-то очень важную часть игры? Так, мне сюда не нужно. Давай пойдем вот сюда. Потому что здесь я как раз и не был до конца, не прошел. Угу, какой-то красный рычажок. А, монетки просто собрать надо было здесь. Так, что здесь еще есть? Это что такое? Что-то еще новенькое. А как туда попасть? А туда вот никто не знает, как попасть, да, я так понимаю. Потому что это очень как-то высоко. Высоко я до туда не допрыгну. А вот сюда можно попасть, в принципе, если подумать. Блять, а может... Это что сейчас было? Это что у меня сейчас переподключилось? Камера на месте вроде как. Это было что-то странно. Очень-очень-очень странно. Так, сюда мне больше не нужно. Я... Блин, я лишний раз это сделал. Так. Угу. Ну куда здесь можно еще попасть? В принципе, здесь как бы все. Здесь тупичок. Тебе может тоже шаров принести? Кстати... Ладно, хрен с тобой. Я ему больше его не верну. Это что значит? Это значит что? Это значит, что я сейчас вот должен накопить просто как-то на деревянную кирку. Кирку. И что-то с ней сделать. А мне точно сюда нужно? Вот просто я как-то сомневаюсь, что мне сюда нужно. Я вижу сундук. Я видел сундук. Ты видел сундук? Я тоже видел сундук. Вон он. Вон он. Только как туда попасть? А хрен его знает, как туда попасть. Туда даже это... С такой скоростью не запрыгнешь. А, не допрыгивает. Значит, что-то как-то по-другому это нужно сделать. Так, не подожги что-нибудь горячими шарами. Как сражаться здесь, правда, непонятно, но... Ладно, может быть, киркой можно будет сражаться. Пока что еще не очень я это понял. Да я не вижу ни хрена. Я куда-то залез и вылезти не могу.
Так, залезай вот сюда. Залезай, залезай. Оп. Молодец. Просто прыгну, чтобы лишний раз не провалиться никуда-то. Никуда-то, никуда не провалиться. Сохранение. Я вот здесь посижу. Обдумаю стратегию дальнейшую. Вот сюда прыгну. Хорошо. Мне нужно 42 монетки. 42 всего-то навсего. А еще здесь есть ключик. И мужик без воды. Вода холодная. Тебе нагреть ее, что ли, нужно? Сюда можно камень этот раскаленный принести. Только как я его сюда принесу? Сюда тоже нужна батарейка. Тут есть ключик. Хорошо. Ни хрена хорошего. Батарейка вот она, кстати. Ключик вот он, кстати. Вот что это опять? Ой. А, я теперь могу батарейку использовать. 5 секунд. У меня почему-то стала отваливаться клавиатура внезапно. Почему? Хрен ее знает. У меня есть батарейка. Эту батарейку я могу применить в другое место. Я знаю куда даже. Она где-то вот... Да, это очень важная информация сейчас именно. А, вот где-то там должна была быть батарейка. Да-да-да, вот, вот, вот здесь. Да, теперь у меня есть прямой... доступ, так сказать. Провода. Провода здесь, провода туда. Так, а куда мне нужно? Как я сюда попал-то? Я спрыгнул сюда. А мне нужно вон туда. Здорово, мужик. Так, а вот это что? Ого. Приятного купания в наших купальнях. Вода у него холодная. Ему нужно погреть воду. Как я это могу сделать? А кто ж знает-то? Кто ж знает, как я это могу сделать? Могу бросить шар. Могу батарейку вот здесь вот забацать. Да не надо. А, шар-то вот он. Шар-то вот он, но его можно где-то погреть. Ух ты ж, нифига, смотри, сколько шаров. Ребят, ух, ёпть. Ты чё, дурак, нет? Ты зачем так делаешь? А не нужно ко мне подходить, я боюсь. А всё, отмудохали. Прям на месте, вы мертвы. А я никому ничего плохого-то не делал. Так, допустим, что... нужно идти вот сюда. Для чего пока не ясно, просто нужно. Так, ладно, мужики. Отбой. Раскаленный шар сюда не принесешь. Значит, просто нужно раскалить шар и принести вот тому пацану, который в холодной воде купается. Правильно? Правильно. Бежим. Просто бежим. Даже не смотрим, куда там. Кто куда идет, за кем бежит. Просто мы с тобой убегаем от врагов. На. Тепленькая пошла. Держи тебе это за работу, дружище. Давай. Что это? О, четвертая звезда. Ой, четвертая жизнь. Хорошо. Это уже лучше. Это меня уже радует. Так, ладно. Мне бы кто-нибудь пистолет какой-нибудь дал, чтобы я стрелял по этим чупакабрам, потому что они как-то ко мне не очень хорошо настроены. Я же говорю, вон, видишь, сразу ко мне бегут.
Я вижу здесь гвоздь. И понимаю, что нужно туда-туда добраться. Каким образом туда добраться, я вообще не понимаю. Блин. Не подожги что-нибудь. Я не собираюсь поджигать, я хочу просто добраться вот. А можно на тебя забраться? Блин, ты какой-то неровный. Не, нельзя на него забраться. Ты как залезть на гвоздь на этот? Вообще, по факту, вот так оно и работает. Да? Да. Блин, сразу окунулся, сразу умер. Обидно. Досадно, но ладно. Так, еще 5 штучек всего нужно собрать. 5 монеток. А где отсюда телепорт? Вон он. Вот он, телепорт. Полетели. Траекторию менять нельзя, самое обидное. Так. Что она делает, интересно? Как-то что-то подложить нужно, что ли? Что-то подставить. Нужно что-то большое подложить. А что здесь есть большого? Что можно руками поднять и отнести? Шар вот этот. А я на него встать даже не могу. Если бы я мог на него встать, тогда бы да, это было бы логично. А так нет. Что-то не очень здорово. Так, давай возьмем шар. Да хорош. Это было страшно в первый раз, а сейчас уже надоедает. Ага, здесь лазарет. Я не до конца разобрался, куда я все-таки ходил. Мне нужно вот сюда вот. Вот сюда вот залезть. Шар горящий нужно туда бросить. Я понял. Все. Вообще просто все просто стало. Вообще просто все просто. Я тебе точно говорю, так и надо делать. Чего вытворяешь-то? Представляешь, просто вот на ровном месте взял и потерял шарик. Обидно, досадно. Ну ладно. Благо, что эти шарики появляются там же. Ну тебя нафиг, я там подожгу и обратно приду уже. Хорошо. Так. Вот тебе и будет ха-ха. Убежали. Там открылся проход. Вероятнее всего, а может быть и не открылся. Еще 3 монетки или 2 там осталось найти. И будет у меня кирка. Да. Привет, мужик. Копаешь все еще? Да, помогу. У меня не было 42 монет для настоящей кирки, поэтому пришлось купить картонную. Так, все, пошел в обратную сторону за киркой. И на этом мы с тобой закончим, хочу заметить. Да, сейчас куплю кирку и пойдем своим делам. Угу. А как мне обратно теперь попасть? Хороший вопрос, да? Невероятно хороший. Я действительно не знаю, как мне обратно. Обратно, я же оттуда пришел. А, все, понял. Нужно прыгнуть через лаву. Нужно прыгнуть через лаву и там уже пройти. У меня просто с ориентированием на местности есть проблемы некоторые, поэтому я путаюсь. Так, дяденька. Кирку дай мне, спасибо. Все, теперь могу монстров бить. Прям Майнкрафт.
Это не работает, ладно. Ничего страшного, я переживу. Я могу теперь монстров убивать? Давай попробуем. Прикольно. Слушай, отлично вообще. Ну и, соответственно, мы пойдем с тобой в здравницу. Вылечим свое здоровечко, поправим. И... Ну, спасибо. И, соответственно, пойдем в соседнюю локацию. В новую, которую мы открыли только что. Там монетка внизу лежит. Я ее хочу очень забрать, но... Как-то считаю, что она мне не прям нужна. Все, все, все. Мне сохраняшку нужно поймать. Погоди, а что это такое? А так можно сохраняться? Нельзя сохраняться так. Че, а что это? А что это? А как это? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А может отбивать нужно? Ну! Нет, так не работает. А-а-а, нет, подожди. А куда нужно стрельнуть? Ну! Нет, а до туда он не застреливает. И как же быть? Сохранение, хрен его знает. Может, в гвоздь вот этот стрельнуть нужно? Блин, что-то вообще непонятно. Ничего непонятно. Давай вот сюда стрельни. Да нет. А, все-таки можно. Блин, как попасть-то? Вот опять. Ну, последняя попытка у меня есть. Неужели? Я же изначально так подумал, а не получилось. Бункер провалился под землю, наших товарищей разбросало по всей пещере. Ну и чё? Ты мне что предлагаешь? Фиолетовое королевство пало в буквальном смысле. Жаль. Водопроводчик, ты отлично подходишь для исследования пещер. Все себе записали эту информацию и решили за меня. Найдите безопасный путь на поверхность. Хорошо, давай, найдем. Но это будет, наверное, в следующей серии, поэтому спасибо всем за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки и увидимся в следующей серии, в других играх. И всем пока.